Цена на газ в Европе достигла нового исторического максимума – $1204 за 1000 кубов. Впервые биржевые цены на газ в Европе установили рекорд последних 3 лет в августе этого года. Тогда стоимость превысила цифру в $600 за 1000 кубов. Толчком к росту цен послужили результаты аукциона, на котором «Газпром» отказался использовать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, писало агентство РБК. 15 сентября цена на газ снова побила рекорд и приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт «Зверь с востока», и стоимость газа взлетела до $1000 за 1000 кубов.